seen that attack before. Серьезно, отсюда? Наконец! При искажении вы можете бежать по стенам. Чего? А. Да, я же нажал прыжок, ну алё. Это пипец. Окей. И прыгай. Да, так ну вот куда? Вот это nice камера, конечно, была. Окей. Ладно, это уже было в меру сложно. Так в меру. О, фак, что здесь-то? А, понял. И чего? Ладно. Вот это я не вообще не понял. Тут же, по-моему, нельзя спускаться по стенам. Или можно? Сейчас посмотрим. Да, я же нажал прыжок. А, тут есть наверху. Блин, ну, как бы... Я просто не увидел. А, то есть все, водичка надоела, давайте вернемся как бы к нашим баранам. Понятно. Сойдет. А, вот это сложно. Ну ладно. Я пошутил так, знаете, чтобы заставить вас задуматься, мол, а стоит ли в это играть? Продавать же игру надо. Ubisoft отбашляли как бы мне денег. Я на самом деле как бы создаю антиимидж компании, чтобы все такие, блин, ну а посмотреть, что там за говно-то они делают. Спасибо. Пошли нахер отсюда, дома дороги. Роудхаус. 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 Дома дороги. Ау. Роудхаус. Вот же тварь-то, а. Ну ладно, как бы. Своих же выпинывает. Скотина, ну-ка иди сюда. Отличная камера сейчас была просто. А можно было еще больше болтянки устроить, чтобы я вообще ничего. Ну почему вот мне поворачивать камеру, когда надо, чтобы. Она была тут. Окей. Здравствуйте. Добрый день. Что это было? Нормально, до свидания. Ну, не до свидания еще, ладно, хорошо, сейчас до свидания. Нет! Так, ты в жопу иди.
понял, все? Может, нету уродов? Отлично. Черт, у меня же там улучшение. Ух! Бывает. Так, ну-ка. Я надеюсь, мне сюда надо было. Потому что я вообще хз. Так, а что по улучшениям? Увеличиваем до максимума урон, наносим обычным ударом меча. Окей, это тоже можно. Вот это что? Увеличить урон, наносимый ударом в полете. Так, а, вот это, я так полагаю, это удар, когда ты прыгаешь на плечо, да, бьешь. При атаке в полете взрывная волна наносит урон окружающим вас врагам. Да фак. Ладно, хрен с ним. Я чуть не обосрался, это самый страшный скример 2018 года сейчас был. Так, нахер иди отсюда, я стал. Пшел, ты пшел, он пшел, пшел. Блин, а какого хрена этого-то нельзя выпнуть? Слухон, вон отсюда. Вот теперь выпнул. Не то. Я уже как бы... Вот это хотел сделать. Вот, они отходят от моих атак. Вот же скоты-то, а? Жесть просто. Нахер идите. О, нормально. Ага. Блин, я сейчас еще себе на один левел накачаю. Все? Здравствуйте. С этого так-то до хера вроде падает. Десяточка целая. Не та кнопочка. Ну. Какого хера? Камера поворачивается. Когда нужно здесь. Вот так сделать было. Это столб? Да, это столб. Фак. Не успеваю. Вроде успеваю, да. Фьюх! Правда, здесь ничего сложного не было. Кроме того, что нужно нажимать кнопочку крестик быстро. Кнопочку прыжка, в смысле. Кто будет говорить, мол, консольщик, консольщик. Крестики у него там. Пробелов нет. Из-за вас игры тупее становятся. Вот в чем было, когда Prince of Persia первый ходил. Я это, между прочим, цитирую человека, который был в комментах когда-то. Вот то, что на консольках играешь, игры становятся тупее, казуальнее. Понял, да? Консольщик. Бывает. Ну и чё это? Чё это за тайминги, алё? Понятно. Я не до конца зажал, как бы. Кнопочку про бампер. Спасибо, что после катсцены не хотите мне дать. Ну что я здесь увижу? Я даже не вижу, с какой конкретно идет. О май гад. Fucking serious.
Что-то здесь сложно. Быстрее. Ну, куда ты? А нахера сверху? А, понял. Не понял. Понял. Да! Не та кнопка. Опять не та кнопка. Я нажимаю как бы вверх-прыжок, потому что во всех играх как бы вверх-прыжок это действие. Тут правый триггер. Это капец непривычно. Да, за 3 часа до сих пор не приспособился. Блин. Потому что это враги. Понял. Ну и куда он прыгает? А, понятно, да, от стены. От стены. Теперь наверх. Так, что дальше? А, сюда. В сторону камеры. Так, что дальше? Малик. Там по-любому где-нибудь сзади саркофаг был. Хера себе, боевку из-за сына стыдили, что ли? А то на это ведь нужны люди, как бы. Motion capture, все дела. Ubisoft бы взять и Assassin's Creed, который с новой механикой, назвать принцем Персии. И было вообще, конечно, хорошо. Ну, там надо, конечно, переделать все. Сделать, как бы, испытания и так далее. Вот как здесь, всяческие ловушки и прочее. Многого хочу, я знаю. Сейчас бы сюжетные игры делать в 2018-м-то. Это что за твою мать? А, ну я понял. Понял. Хорошенькие уворотики, перекатики, укрытия. Иди в жопу, гарби поганая. А, напишите... А, окей. Блин, так это в God of War 3 был. Да я нажимал только что кнопочку Б, ну ладно, как бы я умею нажимать кнопочку Б. Почему-то в God of War 3 это все идеально работало, здесь нет. Ладно. Хорошо. Сейчас работало, как бы. Я God of War 3 просто перед этим проходил. Как ППЗ все дела. Если что. Это ППЗ 45, там ППЗ 44 было. Эй, Малик! Малек! Эй, ты! Ты сосад? То есть ему норм то, что он увеличивается в размерах, когда в него песок как бы всасывается, да? Неплохо. Только не говорите, что как бы финальным боссом будет большая как бы версия его большого брата. Видать ему норм.
Рип! Рип, братюня! Малик! You must fight it! Don't let it control you! Жажда власти сильнее! Где-то я такое уже видел! Ну ладно, хрен с ним. А вот так нечестно делать. Ага. Я могу как-нибудь от стены отпрыгнуть? Нет. А, здорово, чуваки, кстати. Как вам такое? Еще разочек, плиз. А, окей, мне кажется, могут меня бить. Давайте вот это рубим. На разнообразие. Ух ты, нихера себе. Кто вас вообще учил, я не знаю, фехтованию? Чего вы так долго замахиваетесь? Вы прицеливаетесь, что ли? Вот это жопа. Ой, зарезал, нет? Так почему не показали, как я его добиваю? Что за херня? О май гад! О, сложно! Ладно, сейчас нам правда показывают, что происходит. Не ту кнопку нажал под конец. Ну как бы прыжок! Я пытался! What the fuck? Ладно, хорошо. Такс. Плохая идея была. Надо подождать, пока я буду сверху, а она снизу. Сойдет. Фига, тут тайминги пошли, конечно. А давайте так попробуем забить просто. О, дом дороги. Роудхаус. Роудхаус, вали с моего самолета, дом дороги. Сюда иди, нахер, отошел. Ну-ка нахер. Так, ты тоже вали отсюда. Блин, ты прикольно скидывать, как бы. А, я за них пятерочку, кстати, дает, XP. Ну-ка, оправдан. Пока! Нет, два всего, окей. Почему один на пять, на два? Чего? Нужно было направлять еще? Да ёптыть! Так я... Ладно, хорошо, я не понимаю, что происходит. А, да, не нажал кнопочку. А, ну да. Нужно было отпрыгнуть, потом нажать заново. Окей, окей, понял. Что-то не дошло.
Хера. Капец, он бил Калитяга. Это что за твою мать? Как камера долилась сейчас неожиданно. Так, это ладно, это изи. Это тоже. Это тем более вроде бы как бы пойдет. С пивом потянет, я не понимаю, что я делаю. Но я прошел это с первой пытки. What the fuck? Ну, как, нормально катается по мне, да? Неплохо, да, игра? Пойдет. Сейчас берем вот эту красную пелену с экрана. Окей. А. Мне показалось, что это столб водяной. Кек. Шел отсюда! Шел отсюда, сказал! А чё Музон не играет? Мол, слишком мало народу для Музона, да? Ладно. Так, что-то здесь похоже на, как бы, место для битвы с боссом. Он это оно есть. А, зашибись. Это... Ну, блин. Мало хп. Что это такое? Я полагаю, надо скрыться за вот этим, да? Да, это было весьма логично. О, хп пришло. Найс. Он их сам забьет. Нет? Да блин. Понял вас, сударь. Что-то мало как-то хпшечки пришло. Найс. Что это вызывает, если бьет? Замечательно. Да ты говнюк. Он там что-то про мамку говорит, но я... Что-то про мамку? Да, блин. А посмотрите, чего остановились? И долго это будет продолжаться? Явно как бы не финальный босс. Знаете, у меня такое чувство, что мне придется в третий раз его забивать тоже. Вы что, издеваетесь? Так, вот это было как бы, ну, совсем убого. Это тоже. Ну ладно. Да какого хрена? Ну блин. Я
Чё, когда-нибудь как-то это будет, нет? Ну их дохера должно быть. Должна быть хилка. А, ну то есть все закончилось тем, что как бы ничем не закончилось. Отстой. Так, сюда иди. Да! Можно еще больше бить, плиз? Я вообще не мог сообразить. А, ты типа мертв, да? Даже не трогал, ну ладно. На, иди отсюда. Почему у меня какая-то голубая полосочка на худи? Где-то на половине хп было. А, типа я возвращаюсь его добивать? Я думаю, что как бы все. А, я мог его спокойно сейчас бить. Что? Чего? Так, вот эти два удара, это булщит. Сам делишный. Чё? Как я промазал? А, понятно, почему я промазал. Окей. А, да, понятно. Прятаться-то негде. Все, валилось нахер. Рип. Rossi was right. I couldn't save him. This must be the entrance to the Jin City.